Раз все работает. Ура! Михаил Алексеевский, ура, руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка». Михаил, о чем мы с вами будем говорить? Мы будем говорить про чат-ботов и конкретно будем говорить о первом в истории антропологическом чат-боте на армянском языке, который мы с коллегами из КБ «Стрелка» сделали во время этой самоизоляции. Довольно удивительная история. Обычно чат-боты всеми воспринимаются как такой технический ресурс и такой немножко надоедливый. Там, не знаю, заходишь в интернет-магазин, всплывает какое-то, значит, окошечко, и оттуда там, чем вам помочь, ну-ка, расскажите, что вы хотите, и так далее, и так далее. Я лично всегда к чат-ботам относился как-то, ну, с некоторой опаской. А тут мы с коллегами предприняли попытку сделать чат-бота-исследователя, причем, ну, я бы сказал, с человеческим лицом, как это и положено для антропологических исследований. Собственно, история такая. Мы вместе с коллегами из Армении организовывали исследование, посвященное главному ереванскому публичному пространству, общественному пространству, такому бульвару, который полукругом идет в центре Еревана и, ну, является, наверное, одним из любимых мест прогулки. И мы с коллегами должны были провести, ну, они, так сказать, по нашим рекомендациям, должны были провести исследование, взять интервью горожан, гуляющих по этим бульварам, значит, всесторонне их исследовать. И потом сформулировать рекомендации по будущему благоустройству, как нужно потом это пространство изменить. И вот все было хорошо. В качестве интервьюера, правильно? Ну, они должны были действительно просто вот ходить по этому бульвару, подходить к прохожим и брать у них интервью. Но тут случился коронавирус, всех посадили на самоизоляцию, и беда-беда, потому что, так сказать, и прохожих никаких нету на этом бульваре, и, в общем, подходить ближе, так сказать, 2 метров как-то опасно, можно заразиться. Короче говоря, исследование на грани срыва, караул, катастрофа, нужно было что-то придумать. И тогда мы как раз решили прийти им на помощь, посоветовались с нашими коллегами, которые занимаются диджитал-проектами, и они сказали: у нас есть чат-боты. Давайте, может быть, попробуем сделать какое-то вот исследование через помощью чат-бота. Но просто так вот сделать чат-бота, который будет какие-то вопросы задавать там. Ну-ка, там, расскажите, там, ну, как-то скучно, если это просто вот в формате какого-то электронного опроса. И мы решили применить эффект геймификации, механизм геймификации, то есть сделать так, чтобы общение с этим чат-ботом было прикольным и интересным. Мы, ну, во-первых, придумали ему некий облик. Это такой пожилой ереванский краевед, которого зовут Тигран, такой с благородными сединами и очень красивым носом. Вот, у него такая специальная манера общения, такая тоже немножко такая старческая, но очень интеллигентная. Вот. Чат-бот и он... голосовой или текстовый? Текстовый. Вот. И он, ну, так сказать, он существует прямо в Фейсбуке. То есть просто ты заходишь на страницу в Фейсбуке, значит, вот этого чат-бота, чат-бот Тигран, вот, и начинаешь с ним общаться, вот. И важно то, что он не только задает тебе какие-то вопросы про вот этот вот бульвар. Да, сразу надо сказать, он разговаривает только на армянском языке, поэтому те, кто не знают армянского, не смогут в полной степени насладиться общением с ним. Вот, но для ереванцев, это наша основная была целевая аудитория, конечно, поговорить с чат-ботом про главный местный бульвар было довольно интересно, а дополнительный интерес создавался за счет того, что практически за каждый ответ чат-бот тебя награждает. Он тебе рассказывает какие-то интересные байки, истории, какие-то краеведческие факты про этот бульвар. Причем как с каждым разом все интереснее, ставки повышаются. То есть сначала он тебе текстом что-то рассказывает, потом на уже следующей стадии исследования он тебе показывает редкие архивные фотографии тех мест, про которые идет речь. А в конце мы вообще хотели, чтобы он интернет-мемы показывал. Но, честно говоря, все-таки не хватило сил на то, чтобы сделать интернет-мемы, поэтому он у нас гифки из армянских фильмов старых показывает, действия которых проходят именно на этом бульваре.
Ну и вообще, так сказать, поддерживают беседу. Михаил, от какого охвата удалось добиться? Ну, в общей сложности у нас, если я не ошибаюсь, более 600 человек вступили в общение с этим чат-ботом. Вот, ну, должен сказать, что... Интеракций на одного человека. Количество чего? Количество интеракций, то есть сколько раз с этим чат-ботом один человек в среднем взаимодействовал? А больше одного не нужно. Больше одного и не нужно. Важно, чтобы он прошел диалог до конца. Вот с этим у нас, конечно, были некоторые проблемы, потому что, ну, некоторым надоедало общаться с чат-ботом. Вот. То есть на все-все вопросы... А не было возможности вернуться в сессию потом? Было. Более того, чат-бот где-то посередине интеллигентно говорил: вы не устали, если что, мы можем продолжить завтра. И так можно было ответить, что да, как бы устали, и тогда завтра, там, на следующий день, где-то там в 12 часов, он вежливо напоминал о себе и говорил: ну что, там, вернемся, продолжим. Вот. Ну, понятно, и что в многие... этом случае он сохранял сессию конкретного пользователя и да. продолжал ее с того момента, где он остановился. А сколько было таких продленных сессий? Ну, примерно. Ну, если честно, как раз вот этой вот опцией поговорить на следующий день, ну, не очень много человек воспользовалось. Ну, то есть, мне кажется, там чуть больше десятка. Вот. Главная задача была, там просто сложность вопросов постепенно нарастала. Если раньше, как бы, первые вопросы, они такие из раздела там «да-нет» или, ну, в общем, подразумевают простые ответы. А под конец он начинает уже лезть тебе в душу и говорить: а вот вспомни, расскажите о самом своем там хорошем воспоминании, связанном с этим местом, или там, а вот поделитесь своими идеями. То есть то, что называется открытые вопросы, и, конечно, на них люди менее охотно отвечали, некоторые, так сказать, на этой стадии отваливались. Ну, хотя... поскольку мы говорим про открытую кухню, да, расскажите, пожалуйста, какой объем текстового контента вот этих коммуникационных цепочек авторской группе пришлось подготовить до релиза проекта? Ну, я бы сказал, что общее количество диалогов, ну, это, наверное, страниц 10. У нас были довольно много развилок, то есть у нас это не какая-то единая линейная история. У нас очень сильно все зависело от того, насколько люди хорошо знали те места, о которых идет речь. То есть у нас в самом начале они должны были отвечать, так сказать, как бы вообще, так сказать, вы знаете это место в Ереване, насколько хорошо. И в зависимости от того, насколько они, так сказать, хорошо его знали, их подробнее спрашивали или не подробнее. Мы даже специально, вот тоже к вопросу о кухне, сделали ветку для тех, кто вообще ни сном, ни духом про это место. То есть с точки зрения исследователя они вообще нам были бесполезны. Но мы побоялись, что если мы просто не сделаем вот такую ветку, то люди будут обманывать нас и говорить, что они знают, просто для того, чтобы пообщаться с этим ботом. Вот. И поэтому у нас была специальная ветка для тех, кто ничего не знает, и в ней чат-бот фактически работал экскурсоводом. То есть он говорил: ну что, не знаете про это? А я вам сейчас расскажу. И в конце заканчивал, что приезжайте к нам в Ереван, погуляйте, как закончится коронавирус, все будет отлично. Вот. Есть какие-то перспективы развития этого чат-бота? Действительно, дальше там с точки зрения там, как интерактивного экскурсовода или в качестве инструмента для туристических программ Армении? Ну, вообще, так сказать, заказчиком всего этого проекта было армянское отделение ООН, которое занимается развитием городов. И на них, конечно, наш чат-бот, который был сделан, кстати, ну, вне контракта, это просто какая-то была наша помощь проекту, он произвел огромное впечатление, и даже обсуждался вопрос о том, что, может быть, его как инструмент масштабировать, скажем там, на 5-7, так сказать, европейских, может быть, даже не только европейских столиц, и сделать его как бы не таким узконаправленным, что он про какую-то конкретную территорию, а сделать через этот инструмент исследование про вообще переосмысление города после коронавируса. То есть как люди относятся, насколько они боятся использовать те же самые общественные пространства. И этот, ну, вполне возможно, что, так сказать, этот проект таки будет реализован. Сейчас он на стадии обсуждения. Так или иначе, вот этот вот наш маленький эксперимент оказался очень удачным и востребованным. Если не секрет, какую платформу, какую технологию использовали для создания чат-бота? Это то, что может быть актуально для наших слушателей и зрителей.
Вот тут я, к сожалению, не смогу просто ответить, потому что я не знаю. Этим занимались наши коллеги, которые как раз занимаются, ну, собственно, самим проектированием и созданием этих чат-ботов. Мы отвечали только за контент, то есть вот за диалоги, за идеологию, за образ этого чат-бота. Поэтому, честно говоря, я не знаю. Но он у нас был разработан и для Телеграма, и для Фейсбука, но в Телеграме вы в итоге не стали его релизить, хотя он там, кстати, намного лучше работает. Мы, кстати, специально даже разработали в качестве некоторой поддержки этого проекта, мы разработали еще набор стикеров для Телеграма и про вот этого чат-бота, и вообще, так сказать, про Ереван, армянскую жизнь. Вот. И, так сказать, они, ну, даже пользуются какой-то популярностью, вот, ну, в качестве продвижения скорее. Михаил, а могу я вас попросить о любезности после окончания нашего марафона поделиться с нами? Спросить о телефонной, технической, на случай, если кто-то из наших участников реалити-шоу хочет тоже создать... ну, если не такой сложности, да, то, по крайней мере, простого умного техника для процесса обучения. Да, ну, я могу что, в качестве маленькой... проходить квест проще. Я могу сказать в качестве маленькой, не знаю, рекламы, насколько это корректно, сказать, что Институт Стрелка 26 числа проводит специальный мастер-класс, который называется «Гражданин чат-бот», где как раз вот та команда, которая делала нашего чат-бота, будет обучать всех желающих делать этих чат-ботов. То есть, если что, милости просим. Вот. Но я обязательно, конечно, узнаю и напишу это вам. Это действительно очень уместно, вполне. Более того, если в вопросы и ответы вы пришлете ссылочку на это мероприятие, она может представлять ценность. А если тем более есть возможность дистанционного участия, все-таки мы ограничены одним городом и даже одной страной, то тоже, пожалуйста, поделитесь, как только вы пришлете эти данные в вопросы и ответы, наш модератор тут же пропустит их, и все желающие смогут посмотреть на это. Да, обязательно это сделаю. Супер, спасибо большое, Михаил. Очень интересно про чат-боты. Действительно, это был предсказуемый тренд сезона, но никто не ожидал, что нам так повезет с контекстом. Повезет, конечно, относительно, но понятно, что история с коронавирусом подстегнула интерес к технологиям такого рода, к интеллектуальным помощникам, к чат-ботам. Но мы тоже принимаем участие в ряде проектов, связанных с разработкой и внедрением чат-ботов, и всячески рекомендуем обратить внимание на эту технологию. Напоминаю, что у нас с вами идет опрос. Пожалуйста, участвуйте в голосовании. У нас на повестке дня второй вопрос из списка. Вопрос этот посвящен эмоциям, которые вызывают у вас дистанционное обучение. Вот. Мнений много на этот счет. Интересно узнать, что чувствуете по этому поводу вы. Вот скажите, пожалуйста, там, может быть, в чатик мне напишите, есть ли у вас доступ к голосованию, потому что у меня, например, его сейчас нету, и я не знаю, есть ли он у остальных. А я пока загляну, что у нас происходит в вопросах и ответах. Вот я вижу вопрос. Я пытаюсь упаковать свой курс на аудиторию 12+, в онлайн-формат. Хотелось бы получить ваши рекомендации. Спасибо. Как запустить свои курсы? Можно ли получить от вас поддержку? Во-первых, давайте по порядку. Да? Первый вопрос про поддержку. Смотря какая поддержка вам нужна, в принципе, конечно, можно получить от нас поддержку. Вы можете писать в лабораторию
«Сила медиа», вы можете писать с хэштегом «Медийные мы». Мы увидим ваши вопросы и стараемся вам на помощь. Но вопрос слишком широкий, поэтому трудно ответить на него конкретно. Да? Можно ли получить от вас поддержку? Да, конечно, можно. Вопрос, какую, когда, в каком объеме и на каких условиях. Но это уточняющие вопросы, которые надо в каждом конкретном случае обсуждать. Следующий вопрос. Я пытаюсь упаковать свой курс на аудиторию 12+, в онлайн-формат. Хотелось бы получить ваши рекомендации. Но первая очевидная рекомендация на эту аудиторию: не стоит делать курс избыточно серьезно. Да, он должен содержать какой-то сюжет, он должен быть игровым. В Израиле, опять же, есть масса примеров, как, допустим, курсы по математике упаковываются в форме квестов. Есть примеры, как курсы по программированию упаковываются в форму игр. И само создание компьютерной игры превращается в игру. Как раз примерно на эту аудиторию, даже, может быть, чуть на более юную аудиторию. То есть где-нибудь лет с 80. По поводу конкретных рекомендаций, я думаю, что этот вопрос, во-первых, надо обязательно задать нам после эфира. И если вы оставите какие-то координаты, как с вами можно связаться, это вариант получить развернутую обратную связь. Второй, напоминаю, да, что есть Сила Медиа Лаб, можно связываться в социальных сетях. Есть вариант использовать хэштег «Мультимедийные мы», по которому тоже можно задавать конкретные вопросы. Потому что для того, чтобы сформулировать какие-то рекомендации, нам, конечно, надо видеть тему, цели, задачи, охват курса. Да, потому что одно дело, когда мы упаковываем в онлайн-формат курс, рассчитанный на один конкретный класс, а другое дело, когда мы упаковываем в онлайн-формат курс в рамках государственного образовательного стандарта, рассчитанный на потоковую аудиторию в сотни тысяч человек. Это абсолютно разная история. Так что, да, давайте пообщаемся более предметно и посмотрим, чем можем быть вам полезны. Спасибо за вопросы. Видите, да, коллеги, если вы задаете вопросы конкретные, то вы можете получить на них более четкие, понятные, функциональные ответы. Кроме того, я напоминаю, что есть у нас еще оранжевая комната. В оранжевой комнате у нас происходит как раз создание такого вот мультимедийного дистанционного курса, поэтому если вас действительно интересует вопрос упаковки вашего курса в онлайн-формат, то имеет смысл зайти в оранжевую комнату, посмотреть, что там происходит у наших коллег, на каком этапе разработки курса они находятся. Да, там есть Оксана, Алиса и Нина. Они тоже время от времени проводят интерактивные 10-минутки. А, ну и еще у вас есть один вариант, кстати, да, это я не подумал и был неправ. Вы можете сейчас позвонить нам в эфир, у вас есть такая опция, и мы с вами просто поговорим более подробно о вашем курсе, тут же в режиме реального времени попробуем перейти из общих вопросов в вопросы частные, и, может быть, это вам поможет. Но не забывайте, что есть оранжевая комната, в которой сейчас как раз происходит священное действие под названием «Создание мультимедийного курса». Там Оксана Силантьева, мультимедийный продюсер, вместе с журналистом и документалистом Алисой Кустиковой
создают этот самый мультимедийный курс прямо на наших с вами глазах. И у Оксаны есть алгоритм, которым вы можете пользоваться. Вот у нас кто-то воспользовался сейчас возможностью